Друзья, всем привет! Я получила очередные посылочки с Китая, и на этот раз нам пришла одежда. И снова три посылочки. Ну что, давайте распаковывать? Итак, первая посылочка. Давайте откроем, посмотрим, что в ней. Так, в ней у нас пришла, по ходу дела, футболка. Да, вот такая вот футболка. Вот с таким вот принтом. Вот, смотрим, вот такой вот принт. Размер S, Made in China. Вот, смотрите. Фокусируется, нет? Не фокусируется, наверное. Вот. Ну, качество футболки хорошее. Принт, в принципе, тоже. Но мне кажется, он рано или поздно отлетит. Тут есть небольшие такие штуки, которые подсказывают, что он может скоро отлететь. Так, сейчас мы ее примерим. Сейчас посмотрим все остальное, потом я все это померю. Так, откладываем. Дальше. Вот такая посылочка у нас есть. В красивом розовом пакете, как я люблю. Так, чтобы не порезать одежду, подвинули. Так, смотрим, что у нас здесь. Так, здесь у нас купальничек. Так, купальничек. Вот такой купальник с красивым большим принтом. Черепушечка нарисована. Швы хорошие. Нитки совсем чуть-чуть торчат, но в принципе нормально. Ткань очень сильно тянется. Вот так вот. Все хорошо. Тут немножко неровно сшито, но я думаю, это не страшно. Принт очень хороший. Открытая спинка. Вот, на просвет просвечивается, но не сильно. Вот, давайте тоже отложим, потом померяем. Так, и теперь у меня самая большая посылка. Вот, сейчас мы ее с вами тоже откроем. Здесь приехал мой костюмчик. Желтенький. Так, к нему идет вот такой вот ремешок. Немножко мятый, но в принципе сделан очень даже качественно. Тканевое покрытие сверху, кожзам снизу. Вот такой вот ремешок у нас. Вот. Так, дальше. Шортики. Здесь проложена вот ткань, этой картоночка, чтобы не помялась сильно, но все равно помялась. Вот такие шортики. Вот на такой застежке. Она застегивается. Вот и молния. Вот такие шортики. Очень классненькие. Сейчас мы их тоже примерим. Так. И пиджак. Пиджак достаточно тоненький. Два слоя ткани. Есть наплечники, чтобы плечики казались красивыми. Вешать его не за что. Придется вешать на вешалке. Тут есть вот такая вот имитация кармашка. Карманов ухода дела тоже нету. Да, вот такой пиджак. Давайте сейчас все это померяем. Итак, ребята, я одела шорты и ремень. С этого начнем. Смотрится просто бомбически, сидят достаточно неплохо. Единственное, что мне не очень нравится, как они сидят сзади. Но, в принципе, очень даже неплохо. Вот. Вот так вот, значит. Такие вот шортики. Подойду к вам поближе. Вот, смотрите. Вот. Очень даже неплохо. Я думаю, так можно ходить, в принципе, даже на работу. Вот, в принципе, мне нравится, да. Длина нормальная, в принципе, все хорошо. Так, давайте теперь померяем пиджак. Так, берем пиджак.
Одеваем. Ну что, пиджак смотрится тоже просто отменно, особенно с моей белой маечкой. Но мне нравится. Смотрится зашибенно просто. Вот он длинный. Шорты не закрывает. Не будет ощущения, что я иду в одном пиджаке без одежды. Ну что, ребят, в принципе, мне нравится очень даже хорошо. Ну вот, смотрите. Вот здесь пиджак, все сделано. Плечики. Вот, плечики сделаны, все, как бы. Да, хорошо, мне нравится. Очень классно смотрится, прям вообще огонь. Таком может даже на работу было бы ходить, если бы работала не кладовщиком, а где-нибудь в офисе. Ну так я смогу там гулять по парку. Да, прям очень красиво смотрится, мне нравится. Так, ребят, теперь давайте померяем футболочку. Мне же еще пришла футболочка. Я прям на шортики, наверное, одену. Они, конечно, будут не сочетаться, она с черепом. Так, ребят, вот такая футболочка мне пришла. Вот, такая футболочка. Сидит хорошо. Сейчас мы заправим шорты. Это глупая идея. Ну, просто чтобы вы понимали, как это будет смотреться с длинной ширинкой. Ой, с высокой ширинкой. Так. Ой, с высокой талией, извиняюсь. Вот, смотрите. Так, можно спустить. Ну, если одеть с другими шортами, например, то, я думаю, будет смотреться очень даже неплохо. Вот, с желтыми, она, конечно, не смотрится, но что есть. Сейчас я примерю купальник, сейчас я выключу на секундочку камеру и посмотрим, как смотрится купальник. Ребят, я делаю купальник, он достаточно хорошо на мне сидит. Красиво смотрится. Открытая спинка, все открыто. Все красиво. Ну, в общем, качество хорошее. Все замечательно, мне нравится. На этом, ребята, обзор окончен. Спасибо за внимание. Придешь что-нибудь еще, сниму что-нибудь еще. А может быть, сниму что-нибудь другое, не связанное с покупками. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк.